Привет всем. Привет. Я Серега Склеп, а это Зайка. Запонку у меня сошедшие шахтемонтажечные. Так, записи. Так. Почему будет мобанк? Так. На. Это тебе от поклонника твоего с Ютуба. Потому что тебе. На. Так, на. Ты попробовал? Да. Ты что, нормально? Да я не буду. На! Не, я не буду. На! Только не ест булочку. Да она потом съешь. Потом положи там, съешь. Так, ладно. Ну, короче, будет это какой ацидофин, колин какой-то, децифилин, децифилин. Да, короче, сифилин, короче, и булочка. Эти кефирчики, кефирчик, да. Понятно. Сейчас мы встряхнем. И будем. В принципе, нормальный пирос такой. Ну, ацидофилин. На булочку какую-нибудь положишь, чтобы тепло. А! Там куда-нибудь спрячь ее. В холодильник можешь положить. На холодильник положи, чтобы она ее не спела. Адецепилина. Адецепилина. Давай чокнемся за любовь. Что, как я? Больше прикол, еще не спал. Ну я так и поняла, что это. А что-то лег, короче, я тут думал, посплю. Там за кошаками брал, но что-то не спится. Дело у меня привычка дергаться вообще когда-то. Ты более как-то расслабься, успокойся. Это все нервов, переживаешь что-то? Нет, это не меня нервов, это у меня, короче, привычка тупая головая. Вкусняшки, все, и молоко, и все, что-то еще надо. О, поблагодари человека за это, за чупа-чупсы, только я не буду говорить, как его звать. Спасибо. Спасибо тебе. Чупа-чупсики, бабника. Пан, я скажу, кто, чтобы никто не знал, твоего фаната. Я рад, что Зайка вам понравились ролики. Что вы тащитесь, говорите, Зайку, Зайку. Давайте слушаем на Зайку. О, какие клёвые у меня. Угу. Сейчас я перерасту. Ацидофин. Какой-то полезный ацидофилин. Угу. Да, дает. Наверное. Он полностью поднимает. Руслан, спасибо тебе за подсказку, на что теперь бабки выводить с этого. Ну, на что деньги привели с Ютуба? Это как раз ролик. Да. Это об этом, в Радуге был.
вкусно. Угу. Это всегда. Да, 4 минуты еще. Он скоро зайка привыкнет к этому камере и будет себя как принцесса вести. А уже некоторые заметили, что ты это как камеру боишься. Боюсь? Угу. Я не буду снимать. А? Не буду снимать. Ага, ну на устье. Так и понятно. Милан, один, раздай, привет мне передай, 600 рублей, давай. Если хотите, чтобы мы зайкой привет ему передали, то 300 рублей. А я один, даже как и с мамкой, чтобы вам привет передал, 300 рублей. Кстати, вы можете мне рекламу заказать вот так. Реклама стоит 300 рублей, а на позитиве вселенной там реклама стоит 700 рублей. Может, кому не понравится. Нет. Кстати, там Серега Б. заказывал мне рекламу. Сейчас у него 200 с чем-то человек. С одним кексом я больше никогда не буду ролики снимать. Вы в курсе по этого кекса. Он вчера мне такой звонит, а вытащи меня с одноклассников. Не буду чего таскать с одноклассников. А что ты мне модерку убрал? А что ты себя блокируешь? Прям скажу. Он такой говорит, ну моего же братика обидели. Блядь, он меня маму обижает нахуй. Ну там и Сашу обижает, и меня обижает нахуй. Я же не блокирую всех нахуй. Ютуб, это понятно, куда ты идешь. Чего вы там все хотели? О, типа в ролик засняли, все. А нет, так не бывает. Надо сначала в говне покупаться. Пейте кефирчик полезный. И выходите на свежий воздух. Тоже полезно, хорошо. Там эти какого? Больше выходите на улицу, не сидите дома. Надо в этом какого, в говне покупаться, а потом уже это какого принцесса или королем стать. А так не бывает. Согласись, что сразу чук и король. Нет. Не, ну это бывает, если там и то, кто у королей родился. Ладненько, давайте всем пока. Дальше. Пейте кефир. Сейчас лето, кефир пейте, нормально. Худейте, да. Худеть будете. Потому что лето, да. Надо да, готовиться да. К лету. Только обидьте мою зайку, я ему сказал. Она банка разъехала, маленько покажется.